Еще год назад здесь было тихо. Пришедший в запустение Ялуторовский механический завод едва сводил концы с концами. 15 миллионов рублей инвестиций, 40 новых рабочих мест, и предприятие работает как в лучшие годы. Производимые здесь металлоконструкции пользуются хорошим спросом на юге и севере Тюменской области. Работа появилась. Люди появились на заводе. Сейчас люди, которые отсюда ушли 5-6 лет назад, приходят сюда и у нас работают. И приходят и новые ребята, и студенты к нам приходят на практику, у нас работают. А это прилавки местных магазинов. Федеральных сетей здесь хоть и опасаются, но не боятся. Клиентов переманивают богатым ассортиментом, ради которого 12 сотрудников, например, этой мини-пекарни, трудятся даже ночью. Возможность наблюдать за производством хлеба, не отходя от кассы, исключает сомнения в качестве продукции. А вы знаете, вот это же интересно, я считаю. Мы как бы подумали, что вот так вот люди видят, вот достают горячие, а правда стоят, а мы хотим вот это в буте выносить. Ну вот. Как бы оно же интересное. Вы сами, когда приходите, да, вам горячее. Вы видите, что оно спеклось, оно вот тут готовится, мы не прячемся, у нас нет больше комнат отдельно потайных. Вот все на виду, и люди охотнее берут. Имея вблизи крупные автомобильные дороги, клиентов этому бизнесу долго искать не придется. Рядом с трассой начато строительство 4 крупных объектов придорожной инфраструктуры. 70 миллионов инвестиций, и уже к концу следующего года здесь будет трудиться 30 человек. В местный санаторий-профилакторий, который расположен на окраине города, было вложено более 40 миллионов рублей. В результате в городе стало еще на 50 рабочих мест больше. В среднем цена за один день пребывания по системе «Все включено» здесь составит около 2000 рублей. Сегодня власть, начиная с федеральной, региональной власти и местной муниципальной, кардинально поменяли отношение к предпринимательскому сообществу. Сегодня власть готовит инвестиционные площадки. Не везде, конечно, но стараются привести туда сети, дороги. Ведет сопровождение данных проектов. Поддержка инвесторов Тюменской области продолжится и в 2016 году. При кредитовании под 14,5% годовых 7,5% от этой ставки будет компенсировано за счет средств регионального бюджета. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа Юпов, информационное агентство «Тюменская линия».